escucho bien tú. Bien. Sí, check. Поехали. Высоко. Рука должна идти отсюда, сбоку, она сзади пошла. И вниз смотрит. Здесь хорошо. Она ротариги. И здесь вот сбоку пошла рука. Вот она. Раз. Завалил корпус назад. И в сторону. Опять здесь фиксации нет. Раз. Вниз посмотрел. Хотя локоть должен бить сюда. Нога чуть в сторону должна выйти, а слишком узкая стойка. Опять. Раз. Зачем назад смотрел? Зачем руку высоко поднимал? Смотреть нужно туда, куда идешь. Оп. Нога. Опять. Сейчас фиксации не будет. Раз и сразу. Раз. Все вычеруги. И здесь руки должны идти вот так. Раз. Отсюда. Из подмышек. Даже не из подмышек, чуть-чуть пониже можно, в принципе. Отсюда. Раз. По телу вниз. И потом только удар бьется. Раз. Раз. Два. Раз. Чуть повыше можно, не слишком сильный разлет рук. Это наш любимый ничасоги. Рука даже выше, чем надо. В висок удар. Рука должна вот сюда бить где-то. Она вниз слишком опускается, и нога недораспрямляется здесь. То есть вот она, оп, и уже согнулась. Она должна дораспрямиться до конца. Да, там движение быстрое, но тем не менее. Рука разогнулась. Разгибается. Раз. И потом в кулак уходит. Она не должна разгибаться. И если обратить внимание на левую руку, там движение идет не вперед, удар, а в сторону. Раз, в сторону. Оп, оп, оп. Потому что траектория просто неправильная. Здесь опять фиксации не было. Раз. Ноги должны быть на одной линии, а они уже не на одной линии. Фиксации не было опять. Опять фиксация. Вот только она подлетела, рука. И все, и уже сразу движение следующее пошло. И локоть, должен быть здесь. Корпус слишком сильно наклонен. На место вернулся, молодец.